6 городских предприятий могут лишиться руководителей. Краевая прокуратура после проверки выявила ряд нарушений, проведение незаконных сделок, а также владение бизнесом, которое руководителям муниципальных предприятий иметь запрещено. Речь идет о главах 6 компаний, среди них Управление по строительству Красноярского метрополитена, Красноярский горсвет, специализированное автотранспортное предприятие и другие. О результатах проверки уже знает Эдхам Акбулатов, и сейчас решается вопрос, чтобы привлечь руководство названных компаний к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.